Thank you.
Станцію Дрога. Наш Даніла! Thank you.
которые из-за ярких очень огней я никого не вижу. Вот. Но я надеюсь, вам нравится, судя по аплодисментам. Спасибо. Такая техническая помарочка. Можно попросить кого-нибудь из официантов на стаканчик водички? О, очень жарко. Вот, и Марине тоже. Ей тоже очень жарко. Я знаю, что в зале присутствует победитель финала КВН-2015 в составе команды КВН «Камызяки» Астраханская область. Слава Макаров, голос команды КВН! Ну поднимись, что ты там спрятался-то? Вот, надеюсь, что после сегодняшнего концерта он специально из Астрахани прилетел ради меня, да? Вот. А шучу. Слав, ну запишем-то дуэт, может, наконец-то. Хоть когда-нибудь соберемся с тобой в одном городе, чтобы хотя бы там 4 часа свободного времени было до студии доехать. Слава Макаров сегодня с нами, я очень этому рада. Ой, Славка, следующая песня специально для тебя. Слав, извини, Маринка сказала, песни для тебя сегодня не будет. Композиция Марины Макаровой, автором которого она является, вальс инструментальный, я пока временно уйду. Thank you.
фестивале авторского кино. Сейчас он находится в прокате в Америке. Вот так. А теперь песня для Макарова. Алексея Козлова. Первый раз? То ли еще будет? Рай, прости меня, пожалуйста. Закил! Сочи! Закил рулит! Погодите чуваку из Нижнего Тагила. Папа барабанщика! Между прочим,
против. Папа барабанщик. Вот это да. А я думаю, кого наш Стас такой? Папа барабанщика. Игорь Борисов. А вот там наш маленький зритель, это сын нашего барабанщика Артемка. Он кричит обычно папе. Люблю вас всех. Следующая песня называется «Poison», «Яд». Это песня про алкоголь. Если кто-то хочет потанцевать, можно так вот в столике и танцевать. Называется «Сердцебиение». Марина ее ласково называет. Thank you.
Я люблю.
Тоже будет авторской. Я назвала ее «Солнечные дни», которых у меня не было, когда я приехала в Москву. Я вспоминала Сочи, а потом все изменилось. В конце февраля месяца я поступила на работу вот к этой женщине, Тамара Атьер, моя арт-директор, вместе, где я работаю, моя подруга Белла. Я встретила любимого человека. Мы начали с Маринкой играть концерты в Москве. В общем-то, все изменилось. Вот об этом и песня. Thank you.
Макарова. Потом еще сидит один человек, который помогал эту песню делать. В прошлом году, когда мы с Маришкой были на Radio Energy, выиграли конкурс Energy Видение 2015. Вот, и Universal Music нам пообещал, что... Говорит, ну вы напишите сингл, а мы его на радио запустим. Ну, как говорится, обещано, вот 3 года ждут, у нас вот год прошел, полтора прошло года, еще полтора, и, в принципе, я думаю, издадим сингл. Вот эта песня писалась специально для победы на этом конкурсе. Вот, еще один автор есть, я его плохо вижу, но, по-моему, вот здесь сидит Матвей Никитин, владелец моей промоушн-студио. Следующая композиция тоже авторская, но она инструментальная, принадлежит она вот этой вот красивой девушке, которая на всех ругается сейчас. Thank you.
Мой хороший. Обратите внимание, да, то. Хороший, хороший. Композиция называлась она «Break the Chains», «Разорвать цепи тюрьмы».
всегда сковывающе. Надеюсь, кому-то, кто понимает английский язык, было близко. Спасибо! А можно мне стульчик какой-нибудь вынести барной? Я обычно эту песню пою сидя. Была бы не в юбке, я бы напался, конечно. Ну ладно, постою. Ой, спасибо большое. Этот человек нас сегодня записывает. Поаплодируйте ему. У него работа за кулисами, но очень важно.
можно унести. Спасибо. Чуть-чуть, чтобы вернуться в атмосферу все-таки джазового клуба. Следующая композиция инструментальная, автор. Ух ты. Ух ты. Автор Марина Макарова. Аплодисменты. Важная композиция. Объясню сейчас, почему она важная. В июне месяце, точнее 31 мая, я проснулась с утра в жутком настроении, открыла почту электронную, и там письмо. Вы стали финалистом фестиваля конкурса «Усадьба джаз» 2016 года в Сочи, Роза Хутор. Вот как-то так. И там я познакомилась, Маришка, мы поехали туда вместе. Мы представляли композицию в своем прочтении, которую мы сейчас сыграем. Называется она «Гориллаз» группы Клинт Иствуд. Вот. Вот. Так, то вот, вот эти люди будут сейчас на бис ее слушать. Они пришли за час, за полтора часа до начала концерта. Они ее слышали на чек-саунде. Вот, ну и да, специально для вас еще раз, дубль два. Вот. А я хотела поблагодарить Араика. Араик, арт-директор джаз-клуба Алексея Козлова, заметил нас. Мы
пригласил и доверил эту сцену, потому что на ней стояли очень великие люди. Вот. Я когда в Москву только приехала, я подумала, было бы круто сыграть в клубе Алексея Козлова. Спустя полтора года мечта сбылась. Я здесь. Арайк, спасибо тебе большое. Остаются и то, если так. А Марине? Вот. Маринка не пьет, она выпьет, ляжет на клавиши. В рояле поднесем домой. Она два Даниэля. Куда не вас? Данила, ты слышал? Тебя уже наливают. Ты россиянин. Группа Данила! Так вот. Мы с гостями спорим обычно на бутылку шампанского. С гостей бутылка шампанского, с нас две чашки кофе, потому что музыканты мы начинающие, как бы вот. Голос у нас один раз только показывали, и то Маринку там за кадром. Вот. Ну и ладно, и бог с ним. Да. Это, если вы не поняли намека, с вас бутылка шампанского. А с нас две чашки кофе, вас же двое. Все, договорились, все. Аплодисменты молодым людям, которые пришли самые первые сегодня на наш концерт. Я так понимаю, вас вы случайно, да, попали к нам? Нет, не случайно. Кто вас пригласил, Боже? Нас порекомендовали сегодня, но сами не пришли. Ага. Кто эти люди? Я их запишу, позвоню. Кто нам скажет? Мы им сами позвонить хотели. Thank you.
подождите, 20 секундочек. Играем, играем так, тихонечко так. Сегодня впервые в жизни на моем концерте присутствует человек, без которого этот концерт явно не состоялся.